Через месяц не въеду, я тебе ноги вырву. Ага, так вот он, кто наш новый соседушка. Че, изволите? Кино по выходным. Что-то случилось? Может, пообедаем вместе? Мне на работу сейчас пора. Елена Русева. Ты все эти 10 лет жил на две семьи, да? В отличие от тебя, у нас с ним все по-настоящему. И семья, и любовь. Виктор Васильев. Никто. Стала домашней клушей. Сама по себе это неинтересно. Максим Щеголев. У него же на лице написано «подонок». Ты просто можете покинуть наш дом? Если в жизни слишком много фальшивых нот... Вот и осталась я одна. Настрой ее заново. Я хотел извиниться. Вы вообще не такой, каким хотите казаться. Своего мужа я тебе не отдам. «Старое пианино». Премьера в субботу в 21:00 на канале «Россия».